который раз уже работаете на машинке? Четвертый или пятый. Как себя ведет машина? Ну вот сегодня, да, довольно-таки неплохо, но вот единственная неровность асфальта дают о себе знать, и вот эти ямки, выбоины, они плохо, она очень хорошо себя показывает на ровном асфальте, и в принципе лед, она довольно-таки толстый долбит. У меня уже давно есть изобретение, насадка для снятия краски со стен. Оно довольно старенькое, 2011 года у меня патент. Тогда у меня была проблема домашняя, как содрать краску со стен при ремонте. И я создал насадку, которая с помощью бьющей цепи снимает краску со стен. И вполне логично, что ту же самую операцию, откалывание льда от асфальта, можно выполнять тем же самым устройством. Лед же гораздо плотнее, чем какая-то краска. Ну, мне кажется все-таки, что краска немножко поплотнее. Но мы ведем опытные работы, и я думаю, что, ну, в общем, предварительные эксперименты у нас очень успешные. Вот эта машинка, она для частных предпринимателей, управляющих компаний, уборка придомовых территорий, где-то внутри вот производственной территории. Да, она такая ручная, маневренная, очень удобная, в принципе, мобильная.